в этой серии. Смотри, ты мне даешь райд пэта, я потом отдам, я не обману. Я сейчас поломки какие-то. А, у нее какие-то поломки, окей. Ребят, давайте посмотрим, куда она пошла. Обману, говорит, забанишь. Сколько меня можно обманывать? Она, ребят, она просто лишилась своей мечты. Йоу, кисули, с вами я, Женяша, и сегодня мы продолжаем рубрику «Обманы в Adopt Me». Сегодня, ребята, я буду ходить по серверам и искать, как разные обманщики обманывают честных ребят. Сегодня я буду в роли Селестины, которая будет покупать питомца, делать растрейды, делать всевозможные разные предложения, которые предлагают в чате. И, конечно же, ребята, будем искать обманщиков. Но самое главное, если все-таки мне попадутся честные ребята и меня они не обманут, то я им подарю очень классный крутой подарки. В общем, ребята, гоу на сервер, посмотрим, кто же обманщик, а кто честный продавец или трейдер. Йоу. Ребята, а перед тем, как мы пойдем на сервера Adopt Me, я хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А если вы уже подписаны, то обязательно поставить лайк. Ребята, я хочу вам сказать, что я сейчас задалась целью к Новому году добить 1 миллион подписчиков. Я очень хочу, чтобы на моем канале было миллион кисуль. И если ты не подписан, подпишись, поддержи Женяшу. Лавки тебе, кисуля. Рубрика еще обманщиков. Trust Trade в Adopt Me. Итак, ребята, и я зашла на сервер и вижу, в чате сразу пишет девочка Trust Trade, пиши я. Ну, ребята, давайте мы скажем, что я хочу затрейдиться. Как бы мне очень интересно найти честного трейдера на сервере. Она говорит, окей, знаешь как? Ну, да, ребята, я уже как бы знаю, как делать Trust Trade. Да, но боюсь, обманешь ты меня. Ребята, я смотрю, у нее прям написано, что моя мечта это рай черепашка. А у меня как раз таки есть. Есть черепашка Flyride. Но если, конечно, она меня не обманет. Смотри, ты мне даешь райд пэта, я потом отдам, я не обману. Вот, ребят, вот ну, мне очень хочется поверить этой девочке. Но если она меня обманет, это, конечно, будет очень грустно. Но если все-таки она меня не обманет, ребят, тогда я ей подарю легендарную черепаху Райд Флай. Ну ладно, давай, доверяю. У меня только последний питомец. Ребят, как бы я, конечно, очень переживаю, что она меня может обмануть. Она говорит, я не обману. Хорошо, ребят, короче, эта девочка говорит, что не обманет. Давайте все-таки посмотрим на нее и кинем ей трейд. Я какой-нибудь ей, конечно, хорошего питомца дам. Ребят, я уже боюсь, у меня последний питомец. Я ей дам ниндзю райд. И посмотрим, как все будет. Не исчезнет ли она с сервера. Трейд осуществлен и смотрим на девчонку. Надеюсь, она не уйдет и мне отдаст. Трейд. Так. Нет, ребята, что? Ну, посмотрите, она сразу исчезла. Вот это да, ребят. И я лишилась легендарной обезьянки. Ну, как так? Она только все сказала, что она не обманет, что она... Ребят, она просто лишилась своей мечты. Я реально бы ей подарила легендарную черепашку. О, вот эту милашечку, ребята. Но эта девчонка сбежала и обманула меня. А вот так. Ну и лишилась такого классного подарка. Зачем она это сделала, я не понимаю. В общем, вот такие трастрейдеры. Да, это жестко. Жулик! Нам нужна ваша помощь остановить жулика. Вам нужно сказать, жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. О, ужас. Ура! Рубрика еще обманщиков. Лайкеры в Adopt Me. Я зашла на следующий сервер и сейчас вижу в чате, девочка пишет, кто хочет сняться видео, пиши я. Ребята, мы хотим сняться видео. Давайте я напишу. О, я. Дайте любого пэта, пожалуйста. О, боже, ребят, давайте дадим этой девочке любого пэта. На, держи, мы сейчас тебе подарим на макаку. На, девчонка, Викуля, на. Пошли, говорит. Пошли. Окей, ребята, она меня куда-то ведет. Сейчас мы с ней, наверное, будем видео снимать. Надо угадать, какой я танец танцую. А что? Ух ты, ничего себе, это что тоже интересней. Ок, ну хорошо, ок. Ребят, сейчас она будет, видимо, что-то танцевать, а я должна угадать. Идем за ней и смотрим, что она будет делать. 1, 2. Я не знаю, что надо делать. Ну давайте, 3. Она сейчас должна танцевать. О, она начинает танцевать. Вот, 1 танец, номер 1. Что она хотела тебе сказать? Я знаю, это танец. Молодец, говорит.
Так, и все. Ребята, заставила меня танцевать. Сказала угадать, какой я буду танец танцевать. А дальше что? Что будет дальше? Кинь трейд. Ребят, она просит, чтобы я ей кинула трейд. Окей, я не знаю, что будет происходить. Она что, мне питомца какого-нибудь даст? Прикиньте, она мне дает обезьянку за то, что я с ней потанцевала. Обалдеть! Спасибо тебе! Ребят, мы походу с ней сняли видео какое-то с ее танцем. И я получила за это обезьянку. Скажи всем привет. Окей, сейчас. Всем привет. Ребят, походу она по-настоящему записывает видео. Все, ты видео говорит. Ого! О, спасибо! А как мне тебя найти? Она же лайкер? Значит, в лайке. Какой у нее ник? Так, называется Даша Енот. И мне даже интересно, неужели есть Дашка Енот? Даша Енот, ребят, сейчас. Ой, да тут их много. Даша Енот очень много. Я даже не знаю, как найти. Давайте мы ее так спросим. Может, так быстрее мы ее найдем в лайке. А ты знаешь Женяшу? Знает ли она меня, лайкерша девочка? Она говорит, да. О, ребят, сейчас я ей скажу, так вот это я. Так вот это я. Я ей признаюсь, что это я. Она говорит, рили? Да, конечно. Я видео спрашивает. Да, ты видео. Это реально правда, ребята. Я сейчас ей призналась, что я Женяша. Подпишись сейчас на меня в лайки на ник Женяша. Так я тебя найду. Ребят, я, во-первых, я хочу очень подарить подарок. Очень хорошая девчонка. Она меня, как бы сказала, помочь видео сняться. Даже подарок дала. Так что, ребят, мы этой милашечке подарим Джинджер котика. Это для тебя, чтобы она точно знала, что это я. Да, я настоящая. Сейчас я ей говорю, чтобы он сделал дуэтик. Ребята, она у меня спрашивает, когда видео. И, конечно же, сказала сделать дуэтик. И мы узнаем, какой у нее ник в лайке. Рубрика «Ищу обманщиков. Продавцы питомцев в Adopt Me». Я зашла на сервер и сейчас вижу в чате, девочка Мила Света пишет в чате, купите яйцо за 210. А это яйцо стоит у нас получается 350 баксов. А почему она плачет, ребята? Я куплю это яичко, ребят, как бы все-таки выгодно, 350 баксов потратить или 210? Если что, я скажу стоп. Конкретный вопрос зададим, а ты не обманешь? Она говорит, клянусь, ребят, эта девочка Мила Света клянется, что продаст мне яичко. Ну окей, сейчас мы проверим. В принципе, 210 баксов не сильно это много, но мы как бы сможем себе проверить эту девочку. Она даже меня в друзья добавляет, ребят, прикиньте. Вот это да. 9, 10, где-то 11, 12. Поставь лимонад, чтобы я смогла дать до конца тебе денежки додать. Мне еще 100 баксов надо где-то тебе дать. Я сейчас поломки какие-то. А, у нее какие-то поломки, окей. Ребят, давайте посмотрим, куда она пошла. Она что, за яйцом пошла? Ребята, куда она пошла? Стоит тут у магазинчика. Она куда-то ушла. Ребят, может она просто... Она как бы у меня в друзьях. Сейчас мы посмотрим, телепортируемся. Мила покинула сервер. Ну ладно, может она еще вернется. Может она меня не обманула и правда какие-то у нее поломки. А может это и обман. Ну я не знаю, ребят. Так что я ее добавила в друзья и надеюсь, что она у меня останется в друзьях. Я пришла на сервер и как раз таки нашла свою Милу Свету. Вот она. Я пришла. Ставь стойку. Сейчас она поставит стойку, я надеюсь. И тогда она мне отдаст яичко. Ведь она у меня уже в друзьях. Как бы я думаю, она не обманщица, ребята. Хорошая девчонка. Мне Мила Света кидает рейд. Обалдеть, что? Да я же ей всего заплатила 110 баксов. Она меня, походу, не обманула вообще. Мне сегодня прям везет. Мне сегодня прям не обманывает. О боже, как это классно. Давай еще 100 баксов дам. Ну, это ничего. Ой, ребят, она даже не просит денежки. Но, ребят, я хочу вам сказать, она честная и прикольная. Давай дружить. Давай, ребят. Но сейчас настало время ей сказать, что я все-таки Женяша. Только есть одно но. Я слушаю. Ты знаешь Женяшу?
Да, говорит, я ее люблю. О, боже, это милота. Скажите же, классно. Так, это я под прикрытием. Правда? Я хочу ей сделать подарочек такой милашечке. Тем более она меня любит. Ну, это же классно. Прими теперь трейд. Ребят, давайте мы ей подарим. Я ей подарю Санту Дога. Вот такую собачку, Райт. Спасибо тебе большое, мила Свита. Ты честная, классная девчонка. Давайте мы ей скажем, жди видос. Лавки тебе, кисуля. Лайки, лайки. Ребят, это мило, да? Поставьте лайк обязательно на этот видосик. А я пойду искать дальше ребят и посмотрю, кто мне попадутся. Мошенники или честные ребята. Рубрика «Ищу обманщиков». Trust Trade Adopt Me. И я зашла на следующую серию, и сейчас вижу прямо в чате, девочка пишет: тест на доверие, пиши я. Ребят, конечно, я тестом на доверие вообще уже не верю. Это все обман. Ребята, кто делает траст-трейды, они просто обманщики. Но сейчас мы посмотрим, что же девочка это предлагает нам. Я хочу с ней затрейдиться. Я. Она спрашивает у меня, знаешь как? Знаю, но меня часто обманывают. Как бы это не горько звучало. Как-то не хочется быть обманутой девочкой. У нее еще написано, что у нее день рождения. Говорит, я не обману. О, ребята, знаем мы это. Знаем, как я не обману. Только получит питомца, сразу уйдет с сервера. Ты обманешь, и я боюсь. Ребята, она говорит, правда, я тебе не обману. Ну, если не веришь, то говорит, ладно. Но мне хочется верить. Я ищу настоящих, честных ребят, которые трейдятся. Давайте, ребят, мы сейчас этого зайчика и проверим на ней. Хороший, честно, на трейдер или нет. Элинка Тосна. Я ей сказала, что у меня всего лишь единственный питомец. Зайчик. Как бы она должна понять, что у меня единственный питомец. Я Элинке Тосна передаю питомца. Я жду от нее трейд, ребят. Я жду от нее трейд и смотрим, не уйдет ли она с этого сервера. Ребят, мне реально хочется надеяться, что девочка честная. Нет, ребят, ни такого не бывает. Сколько меня можно обманывать? Но почему я и верю? Ребят, знаете, почему верю? Потому что хочу вам показать, что они обманщики. Вот так эта девочка меня обманула. Вот так она сказала, я тебя не обману. У нее даже написано, что у нее день рождения. Я ей сказала, что у меня даже единственный питомец. Всего один, ребят, один. Она меня просто взяла и обманула. Мне просто не остается, как только плакать и думать, ну почему в Adopt Me так много ребят, которые обманывают. Рубрика «Ищу обманщиков». Trust Trade в Adopt Me. Итак, ребята, а мы продолжаем и видим девочку, которая пишет «Trust Trade, пиши я». Ты даешь пэты или игрушку, я возвращаю. Хо, давайте, ребята, подойдем к ней и напишем «Я». Мы, конечно, хотим проверить такого трейдера. Окей, говорит. Я еще скажу, что я знаю, что почти все обманщики, и ты тоже можешь обмануть. Она говорит, ну да, у нее ник MC Маша. А ты честная? С фоткой говорит мой ник. Окей, ребят, фоткаем ее ник MC Маша. Хорошо, окей. А, давай ты, давай добавимся в друзья. Обману, говорит, забанишь. О, ребята, вот это заявка. Вот это реально заявка. О, окей, она говорит, согласна со мной в друзья добавиться. Ребят, неужели мы нашли хорошую девочку? Так, ищем MC Маша. Вот это ее ник. Так что она сказала, если она меня обманет, тогда я ее смогу забанить. Ребят, мы запомнили ее ник. Вот она появилась у меня в друзьяшках. Мы сейчас с MC Машей будем трейдиться. Она сказала, дай какую-нибудь игрушку. Но игрушек, наверное, у меня все-таки нету, потому что на этот аккаунт я игрушки не кидала. Хотя у меня есть лимонадная стойка. Я сейчас вот такой трейдик кину. Она говорит, ого, окей, хорошо, но мы же надеемся, что она нам это отдаст все. Так что смотрим на траст-трейдера MC Маша. Так что, ребята, если она все-таки нас обманет, мы ее сможем забанить. Пока она сказала игрушки дать, так что мы ей даем игрушки. Смотрим, как она себя поведет. Итак, трейд осуществлен. Она говорит, я отдам. Окей, хорошо, если ты отдашь. Ребят, дает трейд. Ну, это классно. Ребят, неужели трейдера хорошего нашла? Смотрите, она все дает обратно. Окей, супер. Хорошо, но что, ребята, если мы ей дадим легендарного пэта? Легендарного, классного, редкого. Сможет ли она удержаться, не обмануть меня? Она уже отдает трейд. Давайте проверим ее на честность. Она меня не обманула, давай еще. Итак, ребят,
сейчас эта девочка. Я просто сейчас реально рискую, ребят. Сейчас вы знаете, что бывает, трастрейдеры обманывают, но как бы сначала дают питомца, а потом возвращают. И я ей дам райд кенгуру и еще какой-нибудь питомца. И давайте я ей дам куалу. Вот, ребят, она говорит, что? Сейчас мы ее проверим. Это реально будет жестко, и если она мне вернет, ребят, подарет тогда легендарного какого-нибудь питомчика. Так что сейчас трастрейд реально жесткий. На двух райд питомцев, ребята, только не... Ребят, не обманывает! О май гад, она отдает! Ребят, но сейчас самое главное, не уйдет она с сервера. Ребят, она, походу, все честно отдаст сейчас питомца. Я буду в шоке, и если она отдаст. О, обалдеть! Отдает! Неужели я нашла еще одного трастрейдера? Ребят, когда я делала первый раз трастрейд, мне девочка тоже отдала питомца. И это Маша тоже очень честно, ребят, отдала. Я в шоке. Я просто в шоке от этой MC Маши. Наверное, думаю, мы признаемся. Я женяша. У нее вопрос, что? Я нашла честного трастрейдера. И то, что она честная, ребята, мы ей подарим классный подарок. Я ее даже хотела проверить, вдруг искушу ее, покажу питомцев, рай, то сразу сбежит, может. Но эта девочка все-таки осталась со мной на сервере, никуда не ушла и питомцев отдала. Так что я думаю, мы ей подарим. Давайте все-таки легендарную черепашку, которую девочка обманула меня, мы этой девочке отдадим. Пусть это будет для нее мечта. Для нее мечта будет. Она говорит, вау, ты меня не обманула, и мы тебе подарим вот такого классного питомца. Она достала уже черепашку, радуется. Представляете, и не обманула, и получила по-честному классного питомца. Я думаю, ребята, если вы бы делали трейды, те самые обманщики, и обратно возвращали ребятам назад питомцев, то вы бы получили себе классных друзей, которых вы не обманули. Ну и, конечно же, возможно, каких-нибудь классных питомцев. Вы задумайтесь, обманщики, не обманывайте честных ребят. Я, говорит, мечтала и получила легендарную черепашку. Мы ей мечту осуществили. Так что, ребята, не обманывайте честных кисуль, которые вам доверяют питомцев. Как бы будет обидно, если вы уходите с серверов. Она говорит, вау, я, говорит, видео. Да, ты видео. А также, ребята, я хочу вам рассказать про один вид обмана. Совсем недавно мне рассказали, что существует такой обман в Adopt Me. Я не знаю, насколько это правда, а вы, ребята, напишите мне в комментариях, было ли с вами такое. В общем, суть обмана такова. С вами начинает дружить какой-нибудь американец, он вас добавляет в друзья, после вы играете. Но потом вам сообщение в Робоксе приходит от него ссылка. Вы заходите на эту ссылку и все. После этого вы заходите в Adopt Me, и у вас питомцев все пропадают. Я не знаю, насколько это правда, так что, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь своим мнением, было ли у вас такое, обманули ли вас так, и вообще, какие обманы виды бывают, ребят, пишите в комментариях, я обязательно каждый обман проверю, и если этих еще обманов не было, то, конечно же, поищу их на серверах. На этом видео наше заканчивается, и если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. Всем пока, котики, лавки мои кисы. Пока. Конец. Эту фразу слышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.